цифровые IP-видеорегистраторы с поддержкой камер разрешением 5 мегапикселей. Они созданы для применения в области безопасности, могут быть использованы как отдельно, так и как часть системы видеонаблюдения, дублируя основной, например. Вставляется жесткий диск для хранения архива записей, подается доступ к сети интернет, после чего можно вести запись либо постоянную, либо по движению, по расписанию, удаленно подключаться к регистратору, смотреть архивы записей или онлайн-видеопоток. Управляется операционной системой, написанной на основе ядра Linux, и использует современный стандарт сжатия видео H265, что обеспечит высокое качество изображения и минимальное количество ошибок кодирования. При этом на емкость жесткого диска поместится большой объем данных. Наличие протокола P2P для удаленного подключения. Есть приложение для мобильных операционных систем Android, iOS и программы для операционной системы Windows. По умолчанию поддерживается технология IP, где вся информация передается по сети. Поддержка жесткого диска объемом до 6 терабайт дает возможность вести запись с камер непрерывно до нескольких недель. Защита с помощью пароля поможет защитить данные, сохранившиеся на жестком диске. С помощью видеовыходов VGA и HDMI есть возможность вывести изображение на любой монитор или телевизор, который поддерживает эти форматы. Здесь представлены два регистратора на 9 и 16 каналов. Внешне практически ничем друг от друга не отличаются, а внутри есть возможность добавить на каналы просмотра либо 9 камер, либо 16. На передней панели мы видим три индикатора питания, тревоги, записи. На тыльной стороне видим аудиовыход, мини-джек 3.5 для подключения динамиков. Можно воспроизводить звук с камеры, в том случае, если у камеры есть микрофон. Видеовыходы VGA и HDMI для подключения внешнего монитора или телевизора. Разъем для подключения сетевого кабеля RJ45, 2 USB 2.0 для подключения мышки и флешки, чтобы в дальнейшем делать архивацию, то есть выгрузку необходимого кусочка видео с жесткого диска на эту флешку. Разъем питания DC 12 вольт и отверстие для заземления. В комплекте поставки регистратор, мышка для управления в меню, внешний блок питания. Более подробные характеристики вы сможете посмотреть по ссылке ниже. Если возникнут вопросы, пишите в комментарии. Спасибо за просмотр.